играли по себе. Ну, хорошие две команды сегодня боролись за три очка. Мы достойно сегодня выглядели, никого не могу упрекнуть. Очень хорошо. Немножко чуть-чуть мы в реализации хромали. Так, в принципе, контролировали всю ситуацию на протяжении всего матча. Будем готовиться дальше. Авномар, ассаламу алейкум. Исмуша Авоз, чемпионат Азии сайта Нама. Сізге савалым шындан иборат. Бүгінгі үшірашуды жамуын асоси дарозабоны соғынданмыш. Александр Лабанов асоси таркетті майды өмешімады. Сабап, нама, үлкен үшірашуды бүне өткәлікті қаршы яқшы ойын алмайян үшін бүгін зақиғады қолдырылдым. Кеч адашмасам, орын босарлар үшірашуды асоси таркетті майды өмеш түшкен. Я понял, понял. Не надо мне. Ну, мы с Сашей довольны. Вас, наверное, сегодня удивило, что он в старте не вышел. Так, да? Да. У нас идет ротация, мы должны тоже проверять людей, которые с нами работают. Саша на протяжении всего времени, что в нашей команде, доказал своей игрой, что он сейчас один из лучших входит вратарей нашей республики. Только, правда, не все это видят, не все это оценивают, но как бы это сугубо мое личное мнение. Акмаль тоже. Все азы, всю школу прошел, у него хорошая школа. Мы ему дали сегодня себя проявить, и вы сегодня видели, он нас не подвел, и он достойно сегодня выглядел. Поэтому в хорошем клубе, в хорошей команде не должен быть один вратарь, не должен быть один голкипер. А должно быть максимум три голкипера, которые в любой момент должен помочь команде. У нас Володя Вагин, он сейчас является кандидатом в юношескую сборную, но получил травму, сейчас только снял гипс. И приходится сейчас варьировать. Кто-то играет за дубль, кто-то играет за основу, чтобы распределить все силы, потому что идет уже конец нашего чемпионата, еще два тура. Поэтому нужно людей беречь и нужно всем давать проявить себя. Кого бы хотели отметить сегодня вашу команду? В нашей команде? Сегодня все 11 человек играли, и кто вышел на замену, у меня никому претензий нет. Все достойно выглядели. Иногда так бывает, что команда играет очень хорошо, а нет результата. Бывает наоборот, команда играет плохо, а есть результат. Главное в этой ситуации найти баланс между результатом и зрелищной игрой. Андрей Сергеевич, сегодня вот мы слышали, видели этот репортаж. Комментатор спортканала сказал, что нарушение за пределами пол, там пенальти не было. Вы можете комментировать? Пока сейчас не могу сказать точно, что где это было за пределами или не за пределами, но мне в перерыве показали, пенальти не было. Пенальти не было. Спасибо. А если то, что вы мне сейчас сказали, еще оказывается это было за пределами, сейчас посмотрю и выясню. А то, что пенальти сегодня наши ворота не были, это 100% железно. Я даже никого не слушал и не слышал это сейчас. Вы мне сейчас на пресс-конференции сказали. А в перерыве между первым и вторым таймом мне показали запись. Там ничего не было вообще. Там даже ничего не было. Комментировать не буду. У нас есть вроде, да, есть у нас люди, которые за это отвечают. Надеюсь, что они объективно оценят это все. Не буду ничего лишнего говорить, а то у нас обижаются люди. Мы будем свою работу делать вот здесь на поле, на футболе. Спасибо. Остальные пусть сделают свою работу. Спасибо вам. Вам спасибо. Ладно, вам спасибо. Удачи. Assalomu alaykum. O'yin og'izgina og'ir kechdi. Yaxshi o'yin bo'ldi. Biz muhim uch ochkoni qo'lga kiritdik. Barcha futbolchilarimizga, avvalambor hokim bobomizga katta rahmat aytaman. Kecha chaqirib, bugun o'yindan oldin duo berdilar. Hokim bobomi bizga omad tilaganlari, birga qo'shilishib ketishimiz kerak deganlari ancha dalda bo'ldi. Motivatsiya zo'r bo'ldi.
Oldinga qarab qaytish yo'q. Hali o'yinlarimiz oldinda, yana 3-ga yutamiz xudo xolasa. Men bu o'yin haqida boshqa nima deyman. Kerak edi bu o'yinni 3-ga yutish, yutdik, tamam. Hech qanaqa nima qila olmadik, ishqasi. Agar momentlarimiz urganimizda ko'p nishot bo'lardi. Savol yana bitta savolim bor, Hamid aka. Bog' Shodiyev o'tgan Buxoroga qarshi o'yinda ham gol urib, uchrashuvning yaxshi futbolchilaridan biri bo'ldi. Bugun ham yomon o'yin namoyish etmadi. Bog' Shodiyevni mavsumni ikkinchi davra boshida yoki mavsum oldidan maydonga tushirish imkoniyati bo'lganmidi yoki ba'zi bir sabablarga ko'ra tayyor emasmi? Endi bu klubda ichki o'zini muammolari, bu haqida savolga javob bera olmayman, uzr. Bugungi o'yinda sizni ko'proq jamoa tarkibida. Hozirgi o'yinda, hozirgi o'yinda u tayyor edi. Ikkita o'yinda ham tayyorlik uchun endi. Bugungi uchrashuvda sizni jamoa tarkibida eng qoniqtirgan futbolchi kim bo'ldi jamoa tarkibida? Mana shu kim o'ynagan bo'lsa hammasi qoniqtirdi. Frontasiga pretenziyam yo'q. Rahmat, Hamid aka. Rahmat. Just see us.